Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и сегодня будем с вами обсуждать 121B. Это премиумная десятка, средний танчик, китайское дерево. Короче говоря, машинка, ну, я бы сказал, на очень большого любителя. Вот только я, честно говоря, до сих пор не смог разобраться, любителя чего конкретно должен быть тот, кто хочет себе эту машинку. Вообще, есть всего три премиумных средних танка на 10 уровне. Это один из них. И, честно говоря, я даже не знаю, что о нем сказать. Я купил его вообще по какой-то непонятной глупости. Вот просто мне навеяло, я потратил на него то ли 18, то ли 20 тысяч золота. Зачем я это сделал? Я до сих пор задаюсь вопросом. Мне машина, честно говоря, ну, я бы сказал, не очень зашла. Давайте теперь кратенько обсудим по техническим характеристикам и выкатим его из ангара. Значит, что собой представляет машинка по бронированию, я озвучу очень кратко. Значит, вот верхний листик брони, да, ВЛД, он имеет в себе всего ничего 120 мм брони. С учетом приведенки всего лишь 208, ну там, ну 209 это максималка, которую я смог найти. Нижний бронелист 80, с учетом приведенки 169-170. Короче говоря, спереди для 10 уровня считайте, что брони у вас в принципе вот здесь вот просто-таки нет. Что касается башни, вот если вот так вот посмотреть, так хватит крутиться, если вот так вот посмотреть, вот такой вот ореольчик, да, то есть передок вот этот, он самый бронированный, 240, и с приведенкой 279-280. Дальше идет на уменьшение. Да, приведенка есть, но броня падает, 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 но чуть ли не на ноль сходится. Что касается двух вот этих кепок, они не сильно большие, но выцелить их в бою можно. Кепка имеет 185, и там плюс какая-то приведенка, но поверьте, короче, она вообще ничего не решает и никак не спасает. Что касается бортов, 80 и корма 60. Короче говоря, ребят, по большому счету, по крайней мере в моих руках, среднестатистического игрока, брони, можно сказать, нет. И машинка крайне неживучая в бою. Короче, такой себе полумальчик для битья. Что собой представляет орудие? Орудие, можно сказать, в принципе, довольно-таки прикольное. 3400 единиц ДПМа, но это если вы сможете реализовать. Очень хороший разброс и просто шикарное время сведения. По этим вопросам, ну, как бы, пунктам у меня вопросов нет. Время перезарядки 6,1, будем говорить 6 секунд. Тоже довольно-таки прикольно, довольно-таки классно. Что касается пробития, 245, вполне-таки нормальное для 10 уровня, играть можно. И средний урон в 350 единиц. Короче говоря, кайфово. Единственное, чем его обделили, это углами склонения вниз, минус 6. И вот при его скудной бронированности, минус 6, это очень-очень-очень неприятно. Было бы хотя бы минус 8, я уже не говорю при этом про минус 10. Но была бы все-таки побольше возможность опускать ствол вниз, можно было бы более приятно отыгрывать от башни. А так, честно говоря, я бы не сказал, что танчик играбельный где-нибудь на неровностях и торговать башней нормально, расторговывать броню свою, которая хоть как-то, хоть где-то есть, а это именно в башне, у вас будет получаться не так уж и часто. Итак, ребят, сейчас посмотрим, что он может непосредственно в боях, в абсолютно обычных боях, рандомных, без всяких приколов. По подвижности, смотрите, машинка в целом подвижная, я не могу сказать, что он неподвижный. Он, честно говоря, чем-то мне напоминает легкий танк, особенно возможностью мансить вправо-влево. Ну, прям вообще красота. То есть, в принципе, траекторию движения в случае необходимости вы меняете абсолютно легко. С этим сложности у вас не возникнет. Сложности возникнут тогда, когда вы упретесь в кого-то и, как говорится... Ой, заговорился... И, как говорится, манси не манси, а все равно пробивать тебя будут. Тут, то есть, ну, не рамбовать не получится, не уворачиваться как-то. Тебя просто будут спереди прошивать, сбоку, под углом. Тут, как бы, вообще без вариантов. Не спорю, как и у любого другого танчика, рандомные рикошеты у него бывают. И когда они происходят, ты прям диву даешься, что это произошло. Потому что в основном тебя пробивают. Итак... Подвижность мы заценили. Что касается времени сведения, вот, пожалуйста, время сведения на дальнем расстоянии, точность орудия просто бомбическая. Я вот, ну, единственное, за что действительно люблю и уважаю данную машину, так это за скорость перезарядки, за точность стрельбы.
Но и, соответственно, за время сведения, как видите, свелось орудие быстрее, чем перезарядилось. Это крайне приятно. Я очень сильно не люблю орудия, когда, ну, которые требуют от вас сначала перезарядиться, а потом стоять еще ждать, когда оно в конце концов сведется, чтобы можно было шотнуть. С этим же орудием таких приколов не бывает. Так, уехал, к сожалению, красавец Т-62А. Я хотел по нему еще немножко кинуть. Но, к сожалению, он решил, что ему и того достаточно будет. Что-то я упарываюсь. Какая-то слишком хорошая подвижность у данной машины. Я имею в виду вправо-влево. То ли кнопка у меня залипает. Уже не первый раз именно в левую сторону меня косит. Возможно, действительно с клавой какая-то проблема. Но, как я всегда говорил, говорю и буду говорить, я записываю бои такими, какие они есть. Ничего не вырезаю и ничего не собираюсь перезаписывать. Я показываю честные обзоры на технику. Ну и, соответственно, это тоже часть игры, и, возможно, у вас действительно могут появиться какие-то технические проблемы во время игры, которые существенно могут зарешать вам по бою. От них вы не спрячетесь, и, соответственно, ваш результат боя будет таким, каким он будет. Так, ФВшка под барабан подлазить прям вот совсем не хочется. Так, ну под прикрытием сотки можно, в принципе, вылезти. Хотя бы чуть-чуть откинуть. Ну вот на таких холмиках, слава богу, углов склонения хватает. Но я не могу сказать, что прям всегда шикандосно будет получаться. Ну и то, что я говорил, развернуться на месте, как бы вообще без печали, развернулся, поехал дальше. Кого-нибудь искать, кого-нибудь гонять. Итак, ребят, первый бой закончился, давайте будем смотреть на результаты. С учетом того, что я там немного затормозил в двух местах, упоролся, не смог справиться с управлением, на удивление. По результатам того, что я смог настрелять. И, кстати, как вы видели, от ФВшки мне прилетело абсолютно спокойно, он особо меня и не выцелил. 1660 единиц урона. За это все мы получаем с учетом према 34,5, без према 17,8. В нашей команде по урону мы заняли свое заслуженное третье место. Могли бы больше, но вот бой сейчас закончился быстрее, сугубо потому что выиграли по захватам. Итак, погнали в следующую каточку. Попытаюсь получше справляться с управлением. Действительно, мой косяк. Но от косяков никто не застрахован. И да, я тоже периодически косячу. Я не супер-пупер имба. И у меня тоже бывают иногда проколы. Так, что-то, ребят, не сильно торопятся. Я напередок лезть, честно говоря, не сильно хочу. Ну и в кого ты стрельнул? Так. ТТшки проскочили. 60 ТП явно сам бой там не выдержит. Да, вот орудие, блин, точное, ну прям супер ощущение от игры на нем. Реально, вот от чего кайфую, так это от точности орудия. Орудие просто по точности какая-то имба, я не знаю, кем-то придуманная.
Да, не хватило чутка времени перезарядки. Гриль сейчас будет жадничать. Будет вылазить на горбочек. Можно еще раз кинуть ему. Попытаюсь забрать одного из стежей. Не знаю, чем это закончится для меня. Возможно, тем, что я вырвусь в ангар. Так, ну и теперь надо как-то аккуратненько свилять отсюда. От СТ-1. Караулит СТ-1 меня. Так, если повезет, я от него свиляю. И поеду лучше нашим помогать. Гриль там остался один. На точке Б. Если он оттуда еще не сбежал никуда. Уже хорошо. Давай еще чуть-чуть назад. Есть. Так, ну в принципе шансы на победу есть. Не знаю, ребят, получится или нет. Не успел добрать, было бы 5 фрагов. Это было бы куда приятней. Но в целом, ребят, машинка очень подвижная, очень классная, позволяющая передвигаться, позволяющая часто шотить с довольно неплохой альфой. Но чем мне не нравится машинка, так это своей живучестью. Вот если вы будете постоянно мотаться по карте, да, это залог вашего успеха. Но если вы где-то попадаете в какую-то такую ситуацию игровую, в которой вам особо помотаться не получается, или карта сама не позволяет, то в принципе, как только вы попадаете под обстрел, ваша песенка спета. Это однозначно. Итак, 2200 единиц урона. Знак классности второй степени. 4 уничтоженных противника. По результатам фарма, с учетом прем 92 тысячи, я округляю, а без учета према 73 тысячи. Короче говоря, ребят, если вы сможете обуздать управляемость данной машины, если вы сможете привыкнуть к ее картонности и сможете отыгрывать так, как получилось у меня в последнем бою, то машинка стоящая, фармящая и довольно прикольная и фановая. Но если же вам не подходит такой геймплей, то вам однозначно необходимо держаться подальше от 121 Б. Эта машина однозначно не для вас, если вы не умеете сейвиться, если вы не умеете бегать по карте. Но и таким образом, я бы сказал, приносить хаос в ряды противников, которые будут на вас отвлекаться, а ваши союзники в это время будут их потихонечку разбирать по альфе. Вот такой вот он, честный обзор на на 121 Б. Машинка довольно прикольная и интересная. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, буду вам безумно благодарен. И смотрите в дальнейшем мои видео уже постоянным зрителям. Ставьте пальцы вверх видео и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.